Наша традиционная рубрика «Зверское утро». И у нас на очереди обезьянка Саймири по кличке Юрасик. Это гениально. И она очень много ест. А вот есть ли в рационе бананы, давайте узнаем. Сегодня я вам расскажу про обезьянку Саймири. Это самец в группе из 5 обезьянок. Его зовут Юрасик. Он является доминантом этой группы. Он весь единственный мужчина, он самый важный, самый главный. Он всегда первым подходит к еде. Саймири вообще отличается очень большим мозгом для обезьянок такого размера. И вот у Юрасика особенно это заметно, так как у него очень большая голова. Он с такой головой напоминает нам немножко инопланетянина. Саймири просто обожают вареную рыбу и особенно мощных червяков. Их набирают в две горсти и очень смешно их едят. Он всегда впереди, он всегда у всех все отбирает. Ему всегда достаются самые лакомые кусочки. Он самый смелый и самый наглый из всех. И одновременно очень обаятельный, милый и игривый. Встречает нас Юрасик в зависимости от того, какую еду мы принесли сегодня. Если это капуста, то он и близко не подойдет. Если же это мучные червячки, то, конечно, Юрасик не слезет с рук. С ним живут 4 самочки. Сейчас самца больше нет. К сожалению, потомства у нас нет пока что, но мы все еще надеемся. В большинстве ситуаций они общаются со своей семьей очень мирно. Они сидят тесно-тесно друг к другу, обнимаются, учесывают друг другу шорстку. Но в момент, когда раздают вкусняшки, конечно, случаются и драки.